Итак, мы начинаем наш урок по японскому. Так. По-японскому. Мы сейчас видим букву А. Все хорошо видим букву А. Ну, громко говоря, буква А. Вот. Соответственно, у нас буковка А. Почему это буква А? Мы, во-первых, легко можем увидеть это. Смотрите, вот у нас буковка А. Прописная. Вот. А. Буковка А. И еще буковка А у нас вот здесь. Вот она. То есть кому как больше нравится, тот так и запоминает. Но еще в данном случае тут Антоновка. То есть сорт яблока. Но чтобы не догадать, что это не яблоко, а Антоновка, можно представить арбуз, ананас, апельсин, любой фрукт на букву А. Вот такой висящий в воздухе, ну не в воздухе, а на дереве. Но арбуз можно представить на блюде, допустим. Это у него такой хвостик арбузный. Угу. Буква А. Запоминаем буква А. Сегодня у нас, ну, у нас сегодня такое занятие вводное. Поэтому представляем первонаперво представляем себе вот из этого рисуем себе абрикос, ананас, еще что-нибудь на букву А. Можете еще вариант, можно представить антенну. Ну, мы будем с катакана представлять антенну, но вот антенна, вот она торчит, тут провод от антенны, такой извивающийся. Угу. Буква А. Простая буква японского алфавита, японской азбуки хирогана. А. А. Давайте скажем А, А, А. Сегодня мы ее не будем рисовать, хотя можно и нарисовать, но это, скорее всего, в чате сделаем, так как у нас сегодня немного на занятии. Осталась всего одна минутка, и мы перейдем к следующему уже, к следующему этапу. Буква А. Вот такая хирогана, буква А. Запоминаем. Четко, правильно. Ну, какие слова на букву А можно вспомнить? Какие вы знаете на букву А? Японские слова, может, знает кто-то. На букву А. Какие слова знаете? Вот такая буква А. Антоновка тут в данном случае. Ну, дальше у нас следующая буква идет. Вернемся сразу на букву А. Буква А. Например, слово «аой». «Аой» будет синий. «Аой», «аой». Можно даже выучить «арива аой дес». Вон то, далеко там, надо орать, поэтому «аре». «Арива аой дес». «Арива акай дес». «Акай» — это красный. «Арива ари дес». Это муравей. И «арива». Ну, много слов я не буду давать. Вот эти хотя бы слова выучите, и будет уже замечательно. Так, идем дальше. Сегодня у нас небольшой урок, как и было обещано. Мы переходим к следующему этапу.